В Крымском федеральном университете обсудили вопрос преподавания основ религиозных культур и светской этики и дисциплин духовно-нравственного цикла в поликонфессиональном регионе. Тема дискуссионная, как надо, значит, поступать вот в проблемах выбора. Должны ли преподаватели этой дисциплины быть ангажированы какой-то религией? Должны ли быть акценты в регионе в связи с преобладающими религиозными традициями, преобладающими религиозными конфессиями? В конференции приняли участие преподаватели, ученые и представители различных конфессий. Ребенок, который освоил для себя и понял, в чем ценность его родной культуры, той культуры, которую выбирают для него вначале родители, потом он сам осознанно идет по пути углубленного изучения той или иной религиозной традиции. Вот это позволяет ему, во-первых, сначала понять лучше себя и те мотивы, то поведение, в основе принципы поведения, которые лежат в основе его мировоззрения и мировоззрения его семьи, его традиций. Само же преподавание дисциплины представлено 6 блоками, среди которых школьникам предлагают более подробно изучать выбранную конфессию или же изучить мировые религии в целом. Эти уроки важны не потому, что они учат религии, а потому, что они на доступном четвероклассник уровне пытаются рассказать о тех народах, которые населяют нашу страну, об их мировоззрении. Конференция проводится по заказу Министерства просвещения Российской Федерации. Она продлится до 14 сентября. По ее итогу будут выпущены различные статьи и сборники. Антон Бизик, Евгений Ильющенко, пресс-служба Крымского федерального университета.